Даже в почтенном возрасте пенсионеры из Козыгурского района ведут активный образ жизни. Это футбольная команда не для тех, кому за, а для тех, кому еще только. Самому младшему 60 лет. Самый старший в возрасте не признается. У нас в районе есть большая спортивная база и большие спортивные залы при школах. Они всегда открыты. Пенсионеров пускают играть. Желающих было много. Получилось несколько команд. Сагидулла Жаматаев всю жизнь проработал в полиции. В 66 лет спорт решил не оставлять. Еще бы, ведь его мастерству забивать голы можно позавидовать. На наши вот это соревнование первенство весь аул собирается. Ну, видит нас, и сейчас смотрим, кому за 40 лет уже подтянулись, есть несколько команд. В одной команде и новички, и профессионалы. Теперь посиделкам на лавочке пенсионеры предпочитают активные тренировки. В районе на сегодняшний день 32,4% населения занимается спортом. Радует, что среди них есть и люди пожилого возраста. Из-за карантина соревнования реже стали проводить, но они ждут. Молодежь, смотря на них, тоже подтягивается. Футбол, волейбол, литературные чтения, освоение мобильного телефона. Представители старшего поколения говорят, с выходом на пенсию все только начинается. В будущем намерены освоить и другие виды спорта. Они уверены, здоровый образ жизни – лучшее лекарство от всех болезней.